С Крымом меня связывают воспоминания о том времени, откуда я родом. Это называлось Советский Союз, когда Крым был наш, имелось в виду всего советского народа, и украинцев, и россиян. У истории нет сослагательного наклонения. Теперь это так, теперь новые условия. Думаю, что Крым будет теперь нашим, имея в виду Россию, но поскольку Россия умеет дружить, российский народ, а Крым как часть России, всегда был гостеприимен, умеющий стиснуть зубы, даже прощать многие вещи, то я думаю, что Крым будет всероссийской здравницей, как был всесоюзной здравницей, как был императорской здравницей, царской семьи здравницей. От Крыма можно многого ждать, но это то, что лежит на поверхности. В Крыму нужно навести внешний порядок, Крым нужно благоустроить, нужно научить людей жить так, чтобы не было неловко перед теми, кто приезжает в гости из Украины, из Белоруссии, из дальнего зарубежья, из России, чтобы можно было гордиться. И знаете что? Дышать глубоко лечебным крымским воздухом. А когда это случится, голова станет светлее, а светлая голова рождает мудрые мысли.